Так, всем привет, мы продолжаем проходить игрушку Warrior 40, часть 3 Ultimate. И у нас, собственно, третья секретная концовка. Начинаем ее открывать. Ну не открывать, я ее уже открыл. Проходить миссии, короче, до секретной третьей концовки. Находимся мы сейчас в пятой главе, поэтому лагерь выглядит так зелено. Именно так он выглядит в пятой и в шестой главе. Как он выглядит в седьмой и восьмой, я, честно говоря, не знаю, потому что я еще не дошел до этого момента. Я сейчас прохожу шестую главу на момент записи этой, то есть, ну, этих комментариев и создания этой серии. Закупаемся мы, короче, оружием для Кагуи, например. Потому что нужно уже. У Сютена все нормально. У Сютена 4 уровня бутылочка. У Тайгана Вона тоже. Только 3 уровня доступны пушки. Потому что он слаб прокачанный, по-моему. Поэтому ему 4 не дают. Ну, здесь там говорят, что как бы после уничтожения 8 инкарнаций Орочи, его энергия вновь соединилась в одно целое, и появился Орочи X, который стал еще сильнее, еще злее и вообще. Но как бы люди не испугались, а пошли и решили ему набить мордасы в логово Гидры. Однако на их пути встал Сусана. Ну, это мы уже знаем. Не могу поверить. Уши, смотри. Это же Сусана. Какой же он, блин, упертый. Хочет остановить людей во что бы то ни стало. Ну, короче, он делает то, что считает нужным, как говорит нам Фуши. Но, говорит, нам надо, говорит, что-нибудь сделать с этим. Пошли, говорит, ну, у меня есть план. Ну, и, в общем-то, пойдем. Раз у них есть план, посмотрим, что за план. Короче, как вы уже догадались, это своеобразный такой редукс. Сюсана Last Stand. Stand, вернее. Ну, Last Stand. Та же самая, в общем-то, арена. Единственное, тут немножко другой сценарий. И тут Сюсана не один. У него тут еще и Неджа есть. Сюсана! Почему ты не позволишь людям самим разобраться со своими проблемами? Не трать слова, говорит Фуши. Этот глупец настолько упрям, что ничего, в общем-то, не видит дальше своего носа. О, говорит, сначала, говорит, Тайган Вон, Кагуэ, потом, говорит, вы двое. Похоже, говорит, человечество вас всех заставил плясать под свою дудку. Но, говорит, меня они так просто не заставят. Я покажу. Я выжму из них все соки, пусть докажут, что они достойны. Ну, говорит, удачи. Типа того. Сам по себе уровень, он практически ничем действительно не отличается, кроме того, что тут еще и Неджа будет. И для победы нужно не просто убить Сусану, но еще и убить Неджа. Какая у Сютена теперь бутылочка-то, да? На палицу похоже. Вот я когда-то говорил, что мы еще посмотрим, как Сютен дерется. А вот сейчас мы посмотрим, как Сютен дерется.
такие есть атаки классные, прям. Кресло скрипит. На самом деле, да, я этот, как, вот эти вот главы, вот прелюдия апокалипсиса, открывал, наверное, месяца два. Потому что, чтобы открыть вот эту миссию прелюдии апокалипсиса, нужно было пройти все дополнительные миссии и открыть все персонажи в них скрытых. А для этого нужно было еще их активировать, там, чтобы у них были эти, как это зовут, взаимоотношения на желтом уровне. Персонажи, которые там в этих миссиях участвуют. Это было довольно-таки сложно сделать. Ну я не торопясь, так это самое, время от времени включал игрушку и просто проходил миссию за миссией. Миссию за миссией, и все-таки открылась мне секретная вот эта концовка. И я ее, конечно же, сейчас покажу. Научился я наконец-то делать мусол за самураев. Типа зажимать кружочек. Ну это действительно было, это для меня, например, сложно и непонятно, почему, потому что я всегда про это, то есть я в Samurai Warriors никогда не играл, я всегда играл в Династию, ну и в Warriors Orochi, и там надо было просто нажать кружочек, чтобы мусоу активировалось, а здесь, блин, надо ее нажать и держать. Самураях именно так. Но до этого я с этим не сталкивался никогда. Зато теперь знаю, что мне лучше поздно, чем никогда научиться-то. А вот сюда на спецатака мне вообще очень нравится. Вот что такое огненная вода. Так, между тем мы добежали уже до Сюсана. Довольно быстро добрались. Тут с ним новые фуши дерутся. Вот эта штука я так и не знаю, как называется, когда все вокруг, все вокруг враги становятся синенькими, и они вот такой вот луч добра пускают. Разрушительная атака. Но я тоже научился ее делать. Да. Блин, надо же, огненное дыхание какое. Готов Сюсана. Ну тут тот же самый ролик. Он говорит, что-то мне нехорошо. Не надо было, блин, соленые огурцы с молоком мешать. Есть тут у нас какой-нибудь активированный уголь или типа того? А на самом деле, это, оказывается, действительно замок Коси.
Вот туда, куда мы топаем, то есть там, где сидит Орочи Икс, это действительно замок Коси, просто он настолько здесь это изменен, то есть его, собственно, архитектура совершенно не похожа на ту, которая была в первой и второй части, поэтому я его и не узнал. Только потом уже, как бы, в процессе записи увидел там надпись, что там этот самый главный ворота замка Коси открыты. И тут до меня дошло, что да, это действительно замок Коси. Ну что ж, пойдем тогда, с Сюсаном мы разобрались, пойдем искать Неджа. Нам нужен Неджа. Ну, как бы все-таки ничего не сказать сложно. Сильно. Зато идет по площади. Но больше всего, конечно, мне нравится спецатака Сютена. Огненная вода! Да, вот мы теперь нашли Неджа. Он там высветился. Бежим сразу туда. Нафиг там разбираться с этими его подсиралками, подпевалками. Вообще замечательно, как это разбирает просто на ура. Очень мощная. Правда, потом Сютен долго отдыхивается, что называется, после этой атаки. Ну, дыхалка слабая, курит много. Так, ну и вот мы нашли Неджа. Сейчас разберемся. Снова сделаем эту сумненькую штуку. Вольем голубизны в эту красноту. Давай, Сютен, на тебя вся надежда, ты смогешь. Да, он смог. Что-то как непонятное. Каждый раз, когда я проигрываю, я чувствую что-то вроде удовольствия. Это так, не договорил. Это мужик, знаешь, как называется? Это называется мазохист.
Ой, Кыгат, пустая трата, какая пустая трата времени. Мы должны торопиться. Не говори так. Если бы мы не позволили людям сразиться с Сусана, как бы мы... То есть, если бы люди не победили Сусана, как бы они победили Орочи. Но вот мы прекрасно знаем, что люди способны победить и Сусана, и Орочи. Поэтому я и говорю, что это пустая трата времени. Ну, а дальше это самое. Все о том же, о том же, о том же. Что-то она заставила ее покраснеть, только я не понимаю, каким образом. Много базара, но в общем и целом все понятно. Они победили Сюсана и пошли дальше. О. Ну что ж, и в следующей серии мы увидим, таки увидим суперсекретный финал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.